Доброе утро, ребята. Приветствую вас на торговой сессии понедельника. Начинается очередная пятидневка и, соответственно, важные макроэкономические данные. Думаю, что если вы познакомились с содержанием экономического календаря, будут события, на которые можно обратить внимание, стоит обратить внимание. И события, разумеется, которые непременно скажутся на динамике основных валютных активов, которые мы используем с вами в постоянной спекулятивной деятельности. Традиционное начало – это анализ динамики российского рынка, новостного фона и поведения рубля. Уже несколько минут назад открылся рубль против основных конкурентов – американца и евро. На каком уровне сейчас торгуется пара? 49 с небольшим, ребят. То есть рубль смог сдержать потенциальное давление со стороны американца, продолжает находиться ниже отметки 50, и это связано, конечно же, с целым рядом фундаментальных факторов, но ключевым из которых выступает динамика цен на нефть. Несмотря на то, что черное золото у нас отскочило от локальных максимумов и сейчас находится в районе 67 с небольшим, инвесторы допускают возможности локального роста. Локальный рост сказывается на динамике российской валюты, поэтому, в принципе, все те усилия, которые предпринимаются со стороны Центрального банка, они сейчас нивелируются соответствующим спросом на энергоресурсы и ту локальную поддержку, которую оказывают трейдеры ей. Сегодняшняя азиатская торговая сессия сейчас показывает, что нефть может уже до конца сегодняшнего дня закрыться, точнее приблизиться к району 68, может быть удержаться рядом с этой планкой. Что касается важных макроэкономических данных, то тут стоит отметить, что у нас традиционная оценка запасов нефти США, это частная оценка API после и отчет от Минэнерго США. Посмотрим, какие цифры увидим на этой пятидневки в этот раз. Вполне возможно, что будет зафиксировано очередное снижение, но в целом это не отменяет ту фундаментальную идею, которая позволяет нам акцентировать наше внимание, делать ставку на факт избыточного предложения энергоресурсов в мире. К тому же еще одна неделя минуса к ближайшему, наверное, самому важному все-таки событию для перспектив энергоресурсов – это заседание ОПЕК, которое состоится уже в следующем месяце. Соответственно, это событие, которое будет указывать на то, что нефтяной картель оценит перспективы энергетического рынка и еще раз подтвердит факт того, что сохраняет долю производства в прежнем объеме. Это как минимум. Я думаю, что мы увидим даже еще большее увеличение выработки по итогам, скажем, общего объединения стран нефтяного картеля. Поэтому стратегический фактор – это давление на энергоресурсы. Думаю, что если вы попробуете пошустрить в средствах массовой информации, в интернете, вы в целом только увидите, получите подтверждение того, что позиционно черное золото находится под серьезным давлением. И 70 – это практически нереализуемая цель для Брента. Что касается рубля, понятно, что локально рубль будет реагировать на позитивную динамику соответствующим укреплением. При этом не стоит забывать про тот фундаментальный фон, который сформирован касательно перспектив американской, точнее российской валюты. Вы знаете, что в конце прошлой недели ЦБ выступил с инициативой того, что собирается покупать примерно по 100-200 миллионов долларов для того, чтобы увеличить российские ЗВР. Помните это? По итогам пятницы уже можно подвести итог, что за сутки было скуплено около 180 миллионов долларов. Конечно же, это мало. Но, тем не менее, если рубль будет умудряться оказывать соответствующее давление на американский доллар, противостоять своим основным конкурентам, уверен, что эти объемы могут быть легко увеличены даже на порядок. Потом, что касается других факторов нестабильности, в принципе, для российского фондового рынка и, соответственно, для российской валюты. Это ситуация на Украине. Несмотря на наличие дорожной карты, еще не все положения реализуются в полном объеме, и периодически мы слышим, скажем, заявление со стороны высокопоставленных чиновников Украины о том, что фиксируется учащение боестолкновений, что выступает, разумеется, фактором негативным и для рубля, и для российского фондового рынка. Следующие факторы, которые также могут сказаться соответствующим давлением на рубль, это непосредственно действия российского мегарегулятора. В чем они заключаются? Вы прекрасно знаете, что сейчас Центральный банк действует на рынке финансовых активов через
операции валютного репо, то есть разгоняются ставки фондирования и снижается ключевая процентная ставка. Последние действия были направлены на то, что ставка ЦБ рефинансирования была снижена с, по сути, 14% до 12,5%. И сейчас, может быть, еще факт того, что экономика смягчила сознательными действиями экономический и монетарный строй в стране, еще может резонировать на динамике российской валюты. В целом нужно прекрасно понимать, что сейчас большим объемлющим фундаментальным фоном рубль рискует снова оказаться выше, соответственно, 50. И если еще и нефть будет выступать фактором негативным для российской валюты, думаю, что мы сможем пойти к тому целевому рубежу, который обозначили. Это около 55, наша ближайшая цель. Идем дальше. Европейская валюта. По итогам торговой сессии пятницы можно констатировать, что евро снова оказался одним из самых волатильных инструментов. Мы видели то, что по итогам дня локально минимум был зафиксирован в районе 1.1323, но ближе к концу торговой сессии главный валютный риск ушел к какой отметке? Локальный максимум пятницы. 1.1430-40, выше уровня 1.14. Получается, что с локального минимума европейская валюта прибавила около 100 пунктов. Что касается факторов, которые оказали поддержку главному валютному риску. В пятницу снова были опубликованы макроэкономические данные по экономике США, в этот раз промпроизводство и Мичиганский индекс. Промышленное производство тоже, снизилось, даже по сравнению с прогнозами. И в целом здесь можно даже констатировать легкий исторический экскурс, поскольку промпроизводство снижается уже пятый месяц подряд. И Мичиганский индекс также оказался плохим, очень плохим. Поскольку Мичиганский индекс у нас указывает на доверие потребителей, можно сказать, что потребители сомневаются в перспективах и в достойных темпах роста американской экономики. И эти сомнения, разумеется, бьют по возможному решению отложить повышение процентных ставок. Сейчас консенсус прогноз по коррекции и ужесточению монетарной политики уходит уже на более поздние периоды, сентябрь, ноябрь, декабрь, это как минимум. А в целом все прекрасно понимают, что сейчас как раз слабая статистика, она выступает фактором того, что пересматриваются эти ожидания, но все-таки есть и трейдеры, которые по-прежнему уверены, что ключевые факторы и ключевые показатели рынка труда, потенциального роста инфляции, они могут еще аукнуться в позитивном смысле и поспособствовать укреплению доллара. Тем более, что в пятницу я вам рассказал про очень интересную статью Deutsche Bank, где они детально оценили как раз срез вот этих показателей в определении и принятии возможных решений по повышению ставки. Что касается все-таки евро-доллара, помимо того, что на этой неделе у нас самым важным событием будут минутки ФРС, традиционно в среду, поздним вечером. Это, конечно же, определяющее сейчас макроэкономическое событие. По динамике, я думаю, что превзойдет даже последний non-farm payrolls. Поэтому сейчас доллару, если он, конечно же, хочет заручиться поддержкой со стороны прежних преданных трейдеров и инвесторов, нужно все-таки получить комментарии от монетарных властей о том, что есть основания для того, чтобы надеяться о более скором, более ранним ужесточением монетарной политики, чем прогнозирует по консенсус-прогнозу. Если доллар, к сожалению, не сможет, может быть, заручиться этой поддержкой, то, соответственно, рисковые инструменты будут отыгрывать этот факт наилучшим образом. Евро-доллар у нас на какой отметке сейчас торгуется? 1.1420. Очень мощное сопротивление находится в районе 1.1480. Действительно, сопротивление серьезное. И для того, чтобы главный валютный риск смог наскоком преодолеть этот барьер, нужен серьезный фундаментальный фон. Поскольку вопрос Греции еще не решен, мы обозначаем еще и как фактор позиционного ослабления евро и программу количественного смягчения. И все-таки уровень 1.1480 для того, чтобы преодолеть, может евро даже и не хватить пока силенок. Поэтому уровень, указанное значение, ценовое значение можно использовать как хороший
рубеж для занятия коротких сделок против американского конкурента. Что касается краткосрочных трейдеров, то в случае пробития этого сопротивления можно пытаться еще сходить повыше, там в район 1.1550, но все-таки стоит понимать, что сейчас целый ряд факторов и индикаторов указывают на то, что главный валютный риск очень сильно перекуплен. Должна, ребят, последовать коррекция. И вполне возможно, что эта коррекция пойдет от уровня 1.1480. Другие активы. Доллар, японская иена. Поскольку в пятницу мы уже, как я сказал, констатировали очередную порцию слабых макроэкономических данных, это сказалось разгрузкой для пары USD-иена. Слабая статистика потащила вниз доходность американских облигаций. В принципе, снижение доходности американского долга поспособствовало такой же коррекции и европейских бундесов. Поэтому сейчас, если вы обращаете внимание на динамику долга США, можно, конечно же, посмотреть за показателями по доходности, но в целом нужно понимать, что сейчас USD-иена продолжает у нас находиться в диапазоне, достаточно узком, я думаю, сопротивление 120.50. Что касается поддержки, это как раз наш уровень стоп-лосса, который обозначен на какой отметке? 118.30. Пока сохраняем эту идею. Соответственно, если доллар сможет получить поддержку от минутных ФРС в эту среду, мы сможем увидеть закрепление выше 100, уверенность закрепления выше 120.50 даже. Пока все-таки ждем консолидации, проторговки. В отсутствие важных фундаментальных факторов стоит делать как раз вот эту позиционную ставку на возможный рост американского доллара, тем более, что эта пара у нас защищена внизу стоп-лоссом. Идем дальше. Фунт. Открываем графики. Фунт-доллар. Какой уровень? 56.80. Здесь я хочу сделать акцент на то, что если по евро мы констатируем реальный факт перекупленности актива, если по евро мы пытаемся все-таки объяснить для краткосрочных инвесторов возможности для продолжения роста, то по фунту сейчас все указывает на то, что пара находится рядом со своими предельными значениями, которых, по идее, эта пара не могла достигнуть. Но если оценить фундаментальный фон, опять же, итоги выборов и сам факт выборов у нас уже позади, соответственно, динамика долга не влияет так на фунта. Сейчас, если посмотреть на даже технические индикаторы, в целом мы сможем увидеть, что они также будут сигнализировать о том, что пара находится в зоне серьезной перекупленности и вот-вот должна получить разворот примерно с текущих актуальных значений. Мощное сопротивление, ребят, посмотрите на дневки и кто-нибудь может сказать, на каком уровне? Этот уровень хорошо заметен. 1.58, да. И этот уровень обозначается как возможность для занятия, хорошего занятия коротких сделок. В частности, эта идея подкрепляется еще прогнозами многих инвестиционных банков. Я советую вам также не игнорировать эту фундаментальную и инвестиционную идею и рассмотреть либо текущие значения, либо возможности тестирования рубежа 1.58, хотя до него еще порядочно, для того, чтобы занять короткие сделки по фунту. Это также может оказаться хорошей инвестиционной идеи. И еще пару слов по USD свисе. Откройте графики, посмотрите. На прошлой неделе, точнее даже на позапрошлой неделе, мы анализировали прогнозы со стороны JP Morgan, которые констатировали возможность коррекции по этому симбиозу валютных активов. К какому уровню? 0.88. И сейчас какая цена, ребят, USD свисе? В общем, до 0.88 есть еще практически возможность около трех фигур взять. Есть ли для этого фундаментальное подтверждение? Я думаю, что локально есть, поскольку несколько часов назад завершилась конференция Национального банка Швейцарии, где руководство, монетарное руководство Швейцарии дало ясно понять, что прошлого снижения процентной ставки до минус 0.75 достаточно. Поэтому более пока о дополнительных мерах смягчения они не думают. Констатируют, конечно же, факт того, что швейцарец по-прежнему дорогой, но все-таки обозначают возможность того, что сейчас швейцарец будет больше зависеть от общего европейского фундаментального фона. И, соответственно,
если, опять же, руководствоваться объективной слабостью доллара, я считаю, что идеи JP Morgan, которые, надеюсь, присоединились и вы, может оказаться действительно неплохой. Тем более, что потенциал коррекции у нас 300 пунктов. Поэтому цель USD свиси 0.88. Потом, возможно, снова посмотрим на дополнительные и новые уже оценки со стороны монетарных властей. И посмотрим, конечно же, как будет чувствовать себя швейцарская экономика по факту потенциально еще большего укрепления франка. Собственно, на этом все. Вопросы есть? Ну, поскольку вопросов нет, большое спасибо за внимание. Оставляйте ваши вопросы на нашем официальном канале Amarkets под видеоокном. Всего доброго, до свидания.